Большегрузные машины. Чебоксары вышли с инициативой о присвоении столице Чувашии звания «Город трудовой доблести». Федеральный закон предусматривает такую форму отличия для муниципалитетов, внесших заметный вклад в фонд помощи фронту в годы Великой Отечественной войны. Напомним, Чебоксары приняли и ввели в строй десятки действующих эвакуированных предприятий, обеспечили их кадрами, в кратчайшие сроки перевели промышленность на военные рельсы. Тысячи раненых получили квалифицированную медицинскую помощь в 4 госпиталях Чебоксар. Мы бы хотели, чтобы память об этих людях сохранилась, и в то же время, чтобы чебоксарцы выразили свое отношение к этому. Предлагаем, Олег Алексеевич, от общественной палаты и нас, администрации города Чебоксар, надо поддерживать, чтобы мы в день по голосованию Конституции, когда мы будем 22 апреля, да, чтобы чебоксарцы выразили свое отношение к присвоению города Чебоксар, город трудовой славы. Власти республики и Общественная палата Чувашии поддержали инициативу. Теперь необходимо оформить документы для участия в конкурсе.